Уважаемые зрители, слушатели, здравствуйте. Меня зовут Анна Хасина. Я рада вас приветствовать на круглом столе. Программа «Быть ближе». И сегодняшняя наша передача посвящена вопросам коммуникации в онкологии. С удовольствием представлю гостей. Михаил Савельевич Лосков, онколог-гематолог, руководитель клиники доктора Лоскова. Екатерина Башта, директор программы «Женское здоровье» фонда помощи женщинам «Александра». И Ольга Сергеевна Пучкова, врач-рентгенолог, занимается вопросами диагностики заболеваний молочной железы. Здравствуйте, уважаемые гости. Рада всех приветствовать. Михаил, первый вопрос, если можно, вам. Вот мы будем сегодня говорить про коммуникацию с онкологическими пациентами. В чем специфика коммуникации именно с пациентами с онкологией, в отличие от коммуникации с пациентами с другими хроническими или тяжелыми заболеваниями? Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, основные принципы коммуникации с пациентами, они и в онкологии сохраняются. И я думаю, что там 80-90% навыков, которые нужны в коммуникации с пациентами, они и для онкологических пациентов применимы. Может быть, особенность онкологических пациентов заключается в том, что у них, конечно, чрезвычайно повышен тревожный фон, и у них запредельный стресс по сравнению с многими другими пациентами, и они гораздо острее воспринимают информацию, которая объективно неприятна и не хороша для них. И плюс вот эта вот стигма, которая существует в обществе о том, что онкология – это приговоры, неизлечимо. И вы сталкиваетесь дорого. С этим, да, со стигматизацией диагноза. Угу. Да, совершенно точно. И поэтому и это мы должны учитывать в коммуникации с этими пациентами. А вот вы упомянули, что 90% навыков коммуникации применимы для ситуации с онкологией. Вот если можно, я гостям адресую. На ваш взгляд, в чем заключаются эти навыки? Во-первых, мне кажется, что когда мы говорим о сообщении некого диагноза, мы говорим о сообщении отрицательной новости. Для пациента это означает, что та информация, которая ему сейчас сообщается, каким-то образом негативно может повлиять на его будущее. Mm-hmm. Это, в принципе, вызывает тревогу. И еще до того, как пациент, собственно говоря, этот диагноз слышит, когда он приходит на обследование с какой-то проблемой, он уже находится в каком-то сложном эмоциональном состоянии. И врач, который коммуницирует с пациентом, должен эту ситуацию понимать и принимать это состояние, его эмоции и чувства, и в том числе понимать, что мы живем в мире информационного определенного поля, где действительно частично нагнетается, частично информация подается неправильно, и человек вот со всем этим, он какое-то время живет и должен с этим взаимодействовать. Да. То есть он приходит в некотором кошмаре. Да, врачу? Он приходит изначально уже напряженный, зачастую, да, иногда пациентке еще ничего не происходит, женщина уже начинает плакать, да, потому что у нее есть некое уже видение своей будущей жизни, а точнее ее отсутствия, да, мы еще даже не говорим о каком-то диагнозе, мы просто говорим о том, что сейчас будет обследование, а она уже видит свою жизнь в негативном каком-то ключе, и это, безусловно, надо учитывать, когда мы коммуницируем с этими пациентами. Спасибо большое. Вы знаете, вот в 1998 году в японском онкологическом журнале вышла статья «Гайдлайн. Как говорить правду онкологическому пациенту». Там было несколько авторов этого руководства, и вот они совместно сетовали, что в Японии существует прискорбная традиция скрывать от пациентов онкологический диагноз. В 2020 году в России какая существует традиция на сегодняшний день? Вот я знаю, что вы проводили очень интересное исследование по тому, как сообщали пациентам диагноз. То исследование, мини-исследование, которое мы проводили, оно скорее касается информирования, в принципе, информирования пациента о том, что с ним будет происходить в момент постановки диагноза и лечения. Да? И мы опросили порядка 300 женщин из 43 регионов страны и задали им простой вопрос. Получали ли вы от своего врача исчерпывающую информацию в момент постановки диагноза? То есть получили ли вы ответы на все свои вопросы, понимали ли вы, что происходит? И 80% женщин, которые участвовали, сказали, что нет, не получили. И следующий вопрос, а в момент лечения, вот вы уже как бы проходите лечение, в этот момент вы получали исчерпывающую информацию? Чуть меньше, но все равно 70% заявили о том, что нет, не получали. И тогда следующий вопрос, а где вы тогда ищете информацию? Как вы пытаетесь на свои вопросы найти ответы? 40% – это интернет. Вообще надо сказать, что практически все, даже те, кто сказали, что они получали информацию, исчерпывающую, как им кажется, все равно искали альтернативу, все равно сами занимались
поиском дополнительной информации. То есть практически 100%, мы можем сказать, пациентов ищут информацию. Ищут в интернете, просто по запросу в поисковиках, да, ищут второе мнение, тоже не так мало, тоже порядка 40%. И ищут, разговаривают с теми, кто уже прошел, кто имеет такой опыт, то есть тоже довольно много. Вот, соответственно, встает вопрос про то, о какого качества информацию они на самом деле находят. Ну, если загуглить в любом другом поисковике, забить, например, рак молочной железы, то мы получаем контент совершенно разного качества. То есть это могут быть какие-то содержательные, правильные источники информации, а вполне возможно, что это окажется Инстаграм-блог альтернативного доктора, назовем его так, или контент крайне низкого содержания. И пациенту довольно трудно бывает дифференцировать, вот та информация, которую он получает, это информация хорошая, правильная, или она ненадлежащего качества. Я знаю, что вы много делаете для того, чтобы эту ситуацию изменить. Расскажите, пожалуйста. Ну, мы, наверное, сейчас хотим поговорить про переводы американских пациентских гайдлайнов, или, как это правильно по-русски сказать, руководство. Да, руководство для пациентов. Вообще, изначальная история с руководствами для пара по онкологии стартовала с врачей. То есть методические рекомендации для врачей, клинические рекомендации, гайдлайны – это все про врачей, чтобы врачи могли правильно лечить, ставить диагнозы и меньше ошибаться. Но через какое-то время стало понятно, что и для пациентов нужны такие же гайдлайны, ну, не такие же по содержанию, естественно, адаптированные, но по структуре цель такая же. Потому что стало очевидно, что огромное количество информационного мусора в интернете, и у пациента без навыков, да, специальных, которые он там много лет развивает, как отделять мусор от немусора в области, в которой ты не профессионал, у него просто нет шансов найти правильную информацию и 100% шансы найти информацию, которая может повредить ему. Mm-hmm. И пусть она будет хотя бы безвредная, да, но и большие шансы, что она ему навредит. Собственно говоря, после этого появился этот проект с переводом гайдлайна, руководств для пациентов по разным типам рака. То есть такие руководства кто-то когда-то создал? Их нет на русском языке, но они есть на английском языке. Совершенно точно, их не кто-то когда-то, их создали конкретные люди, специалисты по этому виду работы. Это отдельная очень сложная работа, да, такая же, как, не знаю, инженер. Да? Mm-hmm. То есть это создать текст про рак, понятный для непрофессионалов, это не просто сел там, что-то надергал, скопировал, вставил, да, это нужно проверять понимание в разных фокус-группах, ну, это целое такое производство сложное. Да, и это сделали ведущие профессиональные врачебные сообщества, американское, в частности, то, чем мы занимаемся, и европейское. Да, и, собственно, это готово и может быть использовано. А на сегодняшний день какое количество гайдлайнов переведено, по каким видам заболеваний? Ну, мы сперва хотели закрыть самые распространенные. Понимаешь, что их там очень много, но мы хотели там условно закрыть вот принцип Паретто, или как он там называется, 80-20, да, мы хотели закрыть там 80% того, с чем люди сталкиваются. То есть это опухоль желудочно-кишечного тракта, это рак кишечника, рак желудка, это рак легких, который считается, да, там, ну, не самым распространенным, но самым смертельно опасным, который убивает больше всего людей. И это теперь рак молочной железы. Ну и таким образом мы, конечно, охватили достаточно много по популяции, но еще мало по нозологиям, mm-hmm. потому что заболевание, конечно, гораздо больше, чем то, что мы перевели. Вот. Но, тем не менее, много людей уже могут этим пользоваться. А как они могут этим пользоваться? Вот те тексты, которые вы перевели, где они находятся, какой к ним доступ? Это платно, бесплатно? Они абсолютно бесплатно. Они находятся на сайте, собственно, права на этот контент, что тоже интересная особенность, да, то есть они не наши, они принадлежат вот этому самому американскому онкологической ассоциации, NCCN. И это неплохо, я бы сказал, хотя немножечко обидно, конечно, мы такую работу проделываем, да, там, а это не наши. Но тем не менее, почему я радуюсь этому сайту? Потому что они отвечают и гарантируют этот контент. Это очень сильно влияет на доверие к этому контенту. Mm-hmm. То есть, да, они верифицируют, они отвечают за его качество, потому что все, что мы делаем, проходит еще через их выверку. Это дополнительные для нас проблемы, конечно, и временные, и трудозатратные, но Результат это влияет. Но результат таков, что как бы они отвечают за содержание, а им все доверяют. Mm-hmm.
И где это? Вот физически где физически это находится? Физически на их сайте. Это в интернете. Естественно, ссылку можно размещать у себя на сайте. Это, собственно, и размещено там на сайте фонда, который нам помогают. И это можно свою страницу вставлять, то есть, ну, куда угодно. То есть получается, что практикующий врач-онколог может адресовать пациента на вот эту страницу, и дополнительную информацию пациент там может получить. Вот те руководства, которые переведены, рак колоректальный, да, там легкого и вот желудка и чего-то там четыре. Нет, они вот эти вот четыре, о которых Михаил сказал там минуту назад, они размещены, кроме того, что на сайте NCCN, на сайте фонда «Живой», который, собственно, был первым партнером в этом проекте, который и занимался переводом вот этих вот четырех руководств. А по раку молочной железы ссылки стоят на нашем сайте для равных консультантов онкологии. Вот, и там тоже это все можно легко. Пациенты могут адресоваться. Да, да. Да. Мы обязательно поговорим еще про равных консультантов, а я хотела, Ольга Сергеевна, знаете, что спросить? Вот для того, чтобы пациент начал искать такую информацию, он должен получить этот диагноз. И вы зачастую становитесь ровно тем человеком, который разрывает мир пациента и сообщает ему, что вот у него рак, у него или у нее. Как это происходит? Мне хочется на самом деле сказать, что очень важна та атмосфера, в которой вообще сообщается диагноз. Очень важно, чтобы у врача было время для того, чтобы поговорить с пациентом, не только для того, чтобы сообщить ему диагноз, но и для того, чтобы объяснить ему, да, все нюансы. Я в своей практике, так как я занимаюсь диагностикой изначально заболевания молочной железы, когда мы выставляем некую категорию, у нас есть категория Байрац, да, которая уже говорит о том, с какой вероятностью мы можем предположить диагноз рак молочной железы. Если я как диагност понимаю, что вероятность этого диагноза высокая, и вообще в принципе до того момента, как я начинаю делать биопсию, я сажаю пациента, показываю ему изображение, объясняю, что это может быть, даю ему абсолютно весь дифференциальный диагностический ряд, говорю, почему мы сейчас выполняем биопсию, и, безусловно, говорю о том проценте, да, с какой вероятностью это может оказаться такой диагноз. Пугает ли это пациента дополнительно? Это не пугает пациента дополнительно. Это дает ему, на самом деле, наоборот, это открытость. На самом деле, очень часто врачам кажется, что пациенту не нужно знать лишнюю информацию, потому что врач все контролирует. Но на самом деле любому человеку крайне важно иметь как можно больше информации, потому что в этот момент фокус контроля переходит и к пациенту. У него есть ощущение, что он часть этого процесса, и он тоже как-то может его контролировать. Как он может контролировать? Он может получить, например, второе мнение, понимая, что с ним сейчас происходит. Он может принять решение о том, что он хочет делать биопсию, например, не здесь, а улететь даже в другую страну и сделать ее, и он имеет право на этот выбор. У него появляется ощущение, что он есть часть процесса, он понимает, что с ним сейчас происходит, и может принимать решения осознанные относительно того заболевания, которое, возможно, у него врач собирается выявить. К чему это приводит? Это приводит к тому, что если мы переходим, собственно говоря, к биопсии и берем биопсию, пока мы ожидаем результаты исследования, чаще всего у пациента есть время для того, чтобы осознать ситуацию, для того, чтобы понять, что такой диагноз вероятен, для того, чтобы принять, да, эту информацию, если, собственно говоря, за этим следует действительно такой диагноз. Дальше, опять же, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, в том числе американских коллег, которые создали протокол SPIKES, необходимо максимально открыто и максимально много дать информации пациенту о том, что с ним сейчас происходит. Желательно не говорить в каких-то... Не надо говорить о том, что он остался жить 6 месяцев или вы будете жить долго и счастливо. Да? Необходимо дать какую-то четкую конкретную информацию. Она у нас есть, мы понимаем статистически относительно возраста, относительно каких-то рисков семейных, относительно размера опухоли. Мы можем, да, какие-то четкие данные совершенно дать пациенту. Но самое главное – это чувство поддержки. Да? Пациент достаточно часто боится столкнуться с ситуацией, что он будет один, что он не понимает, что ему делать дальше, что он не понимает, куда ему идти, он не понимает, каким образом взаимодействовать с этой ситуацией. Именно от этого, от страха своего, он начинает искать ненужные ресурсы. И здесь мне хочется сказать, что мы, как врачи, даже когда мы пользуемся какими-то официальными ресурсами и научными исследованиями,
понимаем, что не все эти исследования качественные, даже зарубежные исследования. Мы тоже должны оценивать качество того исследования, да, на которое мы опираемся. Поэтому пациент в этом плане еще более сложная ситуация. Уязвимая позиция. У него вообще изначально нет никакой информации, понимания, как отслеживать, да, и понимать вообще, что он сейчас читает и куда ему идти. И от этого, на самом деле, чаще всего случаются неправильные шаги, да, когда пациент начинает нервничать, начинает ходить по каким-то непонятным, метаться, принимать неверные решения, не понимая, собственно говоря, что будет правильно в этой ситуации. Поэтому, когда мы сообщаем диагноз пациенту, первое важное – это понимание его состояния, понимание его чувств, определенная атмосфера, доверие. Да, необходимо врачу создать чувство доверия у пациента и дать ему почувствовать, что эта ситуация контролируемая, мы контролируем ее вместе, мы примем, да, относительно конкретно этой ситуации все необходимые шаги и придем к какому-то решению, и все будет правильно. Но, собственно говоря, тот самый протокол Спайкс говорит нам о том, как раз о том, что, да, безусловно, что нужно вообще пациента изначально спросить, какая информация у него есть на сегодняшний момент, что он об этом знает, да. Насколько он хочет вообще получить информацию о том, потому что есть пациенты, которые, например, не хотят сейчас получать эту информацию и условно готовы прийти с кем-то, с родственником, да, и получить эту информацию в присутствии другого человека, для них это будет более комфортная ситуация. Можно заранее спросить и сказать об этом человеку, и сказать, что если вы чувствуете необходимость в этом, вы можете пригласить своего родственника и за результатами биопсии прийти с тем человеком, с которым вам будет комфортно. Да, это очень важный момент. Можно я сейчас вот побуду, знаете, таким голосом скептического врача, среднестатистического, который работает в государственной медицинской организации, и как вот вы в начале вашей речи упомянули, у него довольно мало времени и не очень хорошо организованы условия для того, чтобы выстраивать вот эти доверительные отношения с пациентом. Он замучен, у него много пациентов, много работы. И протокол Спайкс, для наших телезрителей поясню, что это коммуникационный протокол, который помогает врачу структурировать его шаги на пути сообщения плохого диагноза. Изначально он был разработан для онкологии, описан в 2000 году и сейчас получает распространение в других отраслях медицины. Таким протоколом, возможно, врач тоже не владеет, или у него есть какие-то собственные соображения, как это делать правильно. Наверное, первое возражение от вот этого вот усреднённого врача такое: слушайте, ну пациент пришел не просто так. Вероятно, у него есть какая-то проблема, он что-то чувствует, или его уже адресовал, там, скажем, наблюдающий врач, возможно, терапевт или какой-то другой врач, узкий специалист. То есть есть предпосылки, и пациент подозревает, что с ним что-то не так. Неужели недостаточно того, что эксперт в своей области, вот скажем, вы, врач-рентгенолог, говорите, да, возможно, у вас онкология, или у вас действительно онкология, или вам нужно сделать биопсию, или там не делать биопсию, предположим. То есть не хватает ли авторитета врача? Зачем еще какой-то специальный протокол? На мой взгляд, здесь вопрос не в том, что пациент сомневается в экспертизе специалиста, который перед ним сидит, а вопрос в том, что если у него самого нет достаточной информации, открытой информации, у него нет ощущения, что он контролирует эту ситуацию. Это абсолютно разные вещи. А зачем ему контролировать эту ситуацию, если врач его контролирует? Потому что когда он контролирует эту ситуацию, он относительно этой ситуации может принимать решения. Условно говоря, бывают, например, такие ситуации, да, я описываю много магнитно-резонансной томографии молочной железы, и бывает такая ситуация, когда пациент говорит абсолютно открыто, говорит, я бы хотел получить второе мнение. Меня могло бы это обидеть, я могла бы сказать, ну, вы что, мне не доверяете, я же специалист в этой области. Так все и говорят. Да, я считаю, что пациент... Вы шутите? Нет. Пациент многие имеет так право, говорят. Пациент имеет право получить второе мнение. В данном случае необходимо встать на позицию пациента, понять, что он переживает, да, у него есть для этого обоснованные причины, и в данном случае предложить ему наиболее правильный вариант для консультации, для того, чтобы это было хорошо для него, для того, чтобы это была качественная консультация, качественное второе мнение, переадресовать его специалисту, которому доверяешь ты сам, да, но который для него, возможно, будет более авторитетным. Такая ситуация тоже может быть. Поэтому мне кажется, что когда врач открыт, когда врач не скрывает от пациента, когда врач не разговаривает с пациентом с позиции «я», «мои чувства», «мои ощущения», «я же эксперт», тогда и у пациента появляется ощущение, что он в процессе. Любой человек хочет быть
в процессе. Да, мы сейчас уже хотим быть в коммуникации с рекламой. Да, мы сейчас говорим о более, значительно более сложной ситуации. Мы говорим о диагнозе там, рак молочной железы. Поэтому, конечно, человек хочет иметь эту информацию для того, чтобы принимать решение. Возможно, он никуда не пойдет. Вполне вероятно. Но да, такая ситуация может быть, он имеет на это право. Михаил, а приходит ли к вам за вторым мнением? Конечно, очень много. Каждый приемный день. И с какой мотивировкой? Вот почему? Потому что, как правило, в подавляющем большинстве случаев, потому что встреча с предыдущим доктором не позволила человеку задать все интересующие вопросы, они у него остались, ему их не дали задать, не было времени. Там дали понять, что это глупый вопрос. Да, и вот и в продолжение, кстати, того, что сказала Ольга, вы говорите, шучу ли я? Нет, не шучу. У нас самая большая проблема, что это не только врачи, которые говорят, вы что, мне не доверяете. Но когда пациенты сидят у меня на приеме со вторым мнением, у них это в голове заложено, уж не знаю, там, с каким молоком матери, но они говорят, и что же теперь делать, если мне не другое? А как? Я же не хочу портить отношения с своим врачом. То есть у них это... То есть даже ты им не говоришь, вот доверяете вы мне или нет, да у них в голове уже это есть, что это как измена родине. Да? То есть если... А как же я ему об этом скажу? Это ставит пациента в сложную ситуацию. Вот. Это и молодые, в частности, тоже пациенты. Да? А как же... А если они меня выгонят и не будут лечить? Да, я говорю, ну вот вы пришли, да, там, для того, чтобы услышать там мнение, да, оно, причем я никогда никого не говорю, что там были до меня, да, все, кто вас лечил, там, ничего не понимают, никогда, то есть, и вот мой любимый вопрос, а почему же мне другой врач сказал по-другому, да, это я объясняю, что это в медицине нормально, да, что это экспертная область, что это ничего в этом нет ужасного, что разделяются мнения врачей, это немножко сложно для пациента, это да. Это очень сложно. И как выбрать, я говорю, я могу объяснить, почему я так говорю, да, вам какие-то привести доказательства или объяснить, почему так, а не иначе, да. Вы, когда пришли со вторым мнением, вы, возможно, даже думали, что оно будет другое, да, было бы здорово, если бы оно было такое же, но это не получилось, не потому что вот, да, за что я заплатил деньги, за то, что мне сказали то же самое, это было бы супер, если бы так. Да? Но, к сожалению, зачастую это как раз не так. Да, и дальше им объясняют, что это нормально. И вот дальше у них возникает вот этот ужас в глазах, а что же теперь делать? И дальше пациенту, несмотря на то, что он получил первое мнение, второе мнение, нужно каким-то образом принять решение о дальнейших действиях. Что ему может в этом помочь? Контент разнообразный, у врачей мнения разные. Один поговорил так, другой сяк. А окончательное решение отдается на откуп пациенту. Как ему принять это решение? Екатерина, может быть, вот вы расскажете про проект равных консультантов. Я так понимаю, что это один из инструментов поддержки и помощи пациентам. Про поддержку и помощь – да. Про вопрос принятия решения, в общем-то, конечно, нет. Я, может быть, сделаю два шага назад и откликнусь на то, что говорила Ольга Михаил по поводу того, что на самом деле пациенты ждут от врача и что врачи ждут от пациента, согласно просто тому, как мы часто делаем семинары, регулярно, в которых участвуют пациенты, которые хотят стать равными консультантами, например, да, и врачи из онкодиспансеров, потому что из государственных, потому что равные консультанты, собственно, работают потом на территории онкодиспансера, у них там рабочее место. И вот получается, что эти ожидания на самом деле очень часто просто прям противоположные. То есть пациент, парадоксальная ситуация, когда его спрашиваешь, что вы ждете от врача, практически никогда не говорится на первом пункте, а то вообще может не быть произнесено, что я жду от врача квалификации, чтобы меня правильно вылечили, и там, вот эта сторона. Не знаю почему, может быть, это по дефолту считается, что так должно быть, да? А что они произносят, пациенты? Я хочу информации, я хочу, чтобы мне ответили на мои вопросы, я хочу внимания, я хочу просто человеческого отношения, чтобы мне посмотрели в глаза, чтобы во мне увидели человека, а не объект медицинских каких-то манипуляций. А если спросить врача, то, как правило, находясь в ситуации вот, лимита времени и так далее, да, и вообще просто культуры нашей, да, медицинской, он скажет, я хочу, чтобы пациент четко выполнял мои рекомендации, задавал мне поменьше вопросов, тем более глупых, условно, тем более повторяющихся, да, чтобы он вообще поменьше меня отвлекал. Да. И получается, что на самом деле вот, хоть врач и пациент идут навстречу друг другу и вообще заняты, врач хочет вылечить, а пациент хочет вылечиться,
то из-за того, что у них вот такие противоположные ожидания и возможности соответствовать этим ожиданиям, да, они наталкиваются на какую-то такую вот, ну, не знаю, стену, да, и эти это движение, оно меняет, да, оно меняет какую-то свою траекторию. И вот здесь, ну, как бы мы уверены, что равные консультанты здесь могут каким-то образом помочь в этом процессе. Потому что равные консультанты – это люди с опытом жизни с онкологией. Ну, мы работаем с женщинами, да, как правило, это женские виды рака, которые прошли специальную подготовку у нас по поводу того, как можно помогать другим пациентам. Потому что, на самом деле, конечно, все онкологические пациенты так или иначе хотят друг другу и помогают друг другу, и дают информацию, дают поддержку. Это очень распространено, и в силу того, что им, на самом деле, не хватает информации, им не хватает поддержки. И все они когда-то получали эту поддержку от других, они хотят вернуть. И это так или иначе, ну, как бы происходит. Но мы уверены в том, что онкология – сложная очень область, и здесь, чтобы помогать, нужно, ну, научиться этому. Нужно понимать, где твои границы, куда ты можешь лезть, куда ты не можешь лезть, как сохранить себя, потому что это тоже как бы отдельный аспект, да, вот этой работы. То есть равный консультант – человек с опытом жизни с онкологией, прошедший подготовку, работающий в команде с врачами, потому что сейчас это вот только в онкодиспансерах мы равных консультантов как бы сажаем в кабинеты. И более того, это люди, которые имеют супервизию. То есть мы им обеспечиваем супервизию психолога, чтобы можно было разбирать случаи, чтобы можно было отследить вовремя, что у человека начались у самого какая-то вторичная травма или что-то. Да? Вот, собственно, кто такие равные консультанты? И мы уверены, и мы видим, как это происходит, что равный консультант может взять на себя часть вот этой нагрузки, которой пациент ждет от врача. Эмоциональная поддержка, да? Поддержка собственным примером. Многие пациенты, только получив диагноз, нам часто говорят: да я хочу просто увидеть того, кто это прошел, пережил. И выжил. Пережил и выжил. Да. И если у человека, у равного консультанта, успешный опыт прохождения лечения, и к нему приходит вот такой наивный новый пациент, и он видит как бы активного, живущего там нормальной жизнью человека, у которого есть работа, дети, внуки и так далее, и один уже этот как бы факт очень поддерживает. Вот. Но, кроме того, там, какой-то информацией может равный консультант поделиться, которая не касается, строго не касается медицинской там, тактики лечения. Например, какого рода это может быть информация? Ну, например, есть куча бытовых вопросов, которые сопровождают лечение. Еда. А что там меня ждет? Как ты пережила химиотерапию? Что с волосами будет? Что там, я не знаю. Как не медицинская сторона, опять-таки, а вот жизненные какие-то лайфхаки, да, как это все можно пройти, разные этапы лечения. Потом есть куча вопросов у пациента, а что будет, когда он выписался из стационара, например, и вопросы, связанные с технологией получения инвалидности, что инвалидность дает, какие там льготы, не льготы, что можно получить у государства, что нельзя, ну, какие реабилитационные сервисы. Ведь реабилитация очень плохо, и на самом деле информация по реабилитационным услугам в том или в другом регионе, она не очевидна, она недоступна пациенту часто. А равные консультанты – это люди, которые собирают эту всю информацию, у них есть эти базы данных. Даже вот простой момент. Пациент вышел от врача, ему назначили что-то, он не услышал, он не понял. А в какие часы, в каком кабинете, не знаю, просто чисто логистические какие-то вещи. Равный может с ним сесть, посмотреть, что врач назначил, спланировать с ним эти шаги. Он знает, что, где, когда, во сколько работает. Да, как туда. Получается, что равный консультант – это более опытный товарищ, который пережил уже вот то, что ты переживаешь сейчас. И, да, и ну, может помочь. Тебе... Может помочь информацией и может помочь просто эмоционально поддержать. Да, и своим примером. Вот, собственно, нехитрая схема, но она работает. И если налажен нормальный контакт между врачами и отделением и равными, то часть вот таких вот запросов пациентских, да, можно переадресовать равному. Каков ваш опыт про врачей вот в этом проекте равных консультантов? Врачи с радостью принимают этот проект, сопротивляются? Как это происходит? Ну, как правило, то, что мы сейчас видим, потому что это менялась ситуация, да, на протяжении вот там даже ну, там, последних там, 5 лет, да, мы видим, что никто особенно не сопротивляется и в общем, принимают нас, ну, как бы принимают. Но особенно вкладываться, да, в то, чтобы, ну,
Потому что врач, понятно, там, у него нагрузка, у него свои задачи, у него, ему не нужно там дополнительный какой-то. А мы, например, говорим, слушайте, для того, чтобы реально равные хорошо работали у вас в отделении, нам нужно провести тренинг с врачами и равными. Ну, чтобы они просто друг друга узнали, поняли вообще кто чего, как-то договорились, не боялись друг друга, да, просто, что у врачей есть свои страхи по поводу равных, у равных есть свои. То вот, вот эти вот вещи, когда нужно инвестировать время, когда нужно инвестировать что-то, да, врачи особенно не готовы. Но мы уже рады тому, что нас пускают, что с нами готовы взаимодействовать. И мы практически так, нигде отказа особенно не встречали. У нас больше заявок на развитие равного консультирования, чем мы можем предоставить, чем мы можем, да, охватить. Очень потому интересно. Что это непростой процесс. Там, ввода равных консультантов в медицинское учреждение и подготовки их. Спасибо большое. Знаете, какой вопрос вот у меня сейчас родился? Я слушала Екатерину. Вот мы говорим о том, что в коммуникации с врачом, там, если повезло, то с равным консультантом, у пациента рождается там некая идеология его дальнейшего движения в лечении этого заболевания. Бывает ли такое, что то решение, которое в итоге принимает пациент, не устраивает врача? Вот, предположим, если мы говорим про онкологию молочной железы, пациентка не хочет оперироваться или, наоборот, хочет делать операцию более существенную, более радикальную, чем там врач предлагает. Вот, что в этой ситуации происходит? Я, опять же, абсолютно уважительно отношусь к своим пациентам, и такие пациенты у меня есть. Я вижу свою задачу, опять же, дать информацию. Я совершенно спокойно пациентке объясняю, говорю о том, что если вы... Я объясняю, да, с чем конкретно мы столкнулись относительно, опять же, ее возраста, какого-то статуса по другим заболеваниям, относительно биологии опухоли. Я рассказываю ей о том, что будет, если она пройдет такое лечение, что будет, если она его не пройдет, и что будет, если она пройдет какое-то другое лечение. Я просто даю ей, опять же, информацию. Я не говорю ей, вы что, сошли с ума, вы не будете лечиться, да? Я уважаю решение человека. Моя задача быть в данном случае проводником информации. Чаще всего я могу сказать, что когда ты абсолютно четко даешь информацию, что в этой ситуации будет вот так, в этой ситуации будет вот так, а в этой ситуации будет вот так, чаще всего человек, понимая, что ты не настаиваешь, а даешь ему выбор, чаще всего он соглашается с тем, что изначально ты ему предлагаешь. Чаще всего так. Именно по той причине, что он не чувствует сопротивления, он не чувствует агрессии. И он, да, он чувствует уважение, ты ему, конечно, вот у меня есть такая пациентка, в конечном итоге она приняла решение, она долго к этому шла, мы с ней сели, спокойно поговорили, я ей все объяснила, все последствия, условно, ее выбора, и в конечном итоге она, проговорив со мной час, приняла решение принимать препарат вместо того, чтобы не делать вообще ничего. Изначально поэтому она была настроена ничего не делать. Она была настроена вообще ничего не делать. Да. По вашему опыту, бывают ли пациенты, которые остаются при своем мнении и говорят, слушайте, вот я поеду на Алтай, там есть такой специальный шаман, который там какие-то пасы руками надо мной поделает, или там я буду делать клизмы с щелочью или с кислотой, и вот мой, там, моя колоректальная ситуация исправится кардинальным образом. И никакие уверения, и никакое выстраивание отношений не помогает. Или таких ситуаций в принципе не может быть? Ну, конечно, есть. Сплошаем. Потом они иногда приходит после шамана. Вот, но на самом деле совершенно правильно говорит Ольга, да, о том, что мы не можем вот эти вот все системы причинения добра в общей популяции, да, они все заканчивались, как мы знаем, да, в исторически очень плохо. В том числе и в нашей стране. И наша страна один из передовиков вот этого вот подхода, да. То есть человек создан свободным, да, мы должны эту свободу... Это такой очень спорный тезис, мне кажется, среди онкологов. Ну, почему? Не знаю, может быть, онкологи как-то отличаются. Окей, я в меньшинстве тогда. Но действительно, мы должны уважать выбор пациента не на словах, а на деле. Если он хочет ехать к шаману, и мы ему описали, что с нашей точки зрения при этом случится, причем тут никогда нельзя брать на себя больше, чем надо. Да? То есть у меня есть пациенты, например, которые живут по непонятным причинам с метастатическим раком, который всех остальных людей доказан, перепроверен еще раз, да? Который убивает, так сказать, обычного человека там, за несколько месяцев. Да? У меня есть пациенты, которые живут с этим годами, и никто не знает, почему так происходит. Не только у меня, у всех есть такие, у всех врачей практикующих есть такие люди. Вот, там есть термины в медицинской литературе, как это называется, там exceptional survivors, там и так далее, да, но мы не знаем, почему у них так, а у всех остальных по-другому. Вот, и вот если этот человек поехал к шаману, будучи, а мы ему сказали, ты умрешь через 2 месяца,
А он живет и живет, и он понял, что вот он-то поехал к шаману, и дальше вот это все в интернете начинается, там все едете к этому шаману, потому что мне врач сказал, что вот он мне написал смс-ку, что ты умрешь через 2 месяца, а я вот уже живу 5 лет, да? Вот именно из-за этого и происходят потом вот такие вот массовые, а все остальные-то поехали к этому шаману, они действительно умерли через 2 месяца, потому что таких-то мало, да, объяснить это официальная медицина не может. Вот, и, собственно говоря, так и берутся все вот эти вот интернетные чудеса, да. Вот, то есть мы тоже не можем никогда утверждать и давать 100% прогнозы, они не так редко, мы ошибаемся в них. Угу. Вот, поэтому, интересно. Да, бывает, но, тем не менее, надо это уважать, если человек твердо в этом убежден. Единственное, о чем я прошу пациентов, после того, как они говорят о том, что они приняли решение пить мухоморы, да, или какие-то такие вещи, я прошу их прийти и отследить, есть ли результат лечения? Для того, чтобы, да, условно, я говорю, хорошо, вы приняли такое решение, моя лично к вам просьба, пожалуйста, придите там через 2-3 месяца, чтобы мы поняли, что опухоль остановилась в своем развитии, продолжила расти, да, чтобы мы поняли хотя бы, что сейчас с вами происходит. Потому что, опять же, да, мы говорим про доказательную медицину, мы не можем сказать человеку, что мухомор не работает. Мы можем сказать, что мы не знаем, работает ли мухомор вообще, работает ли он при этой опухоли, работает ли он при этой опухоли конкретно в вашем организме. У нас нет этой информации ни про побочные эффекты, ни про его реальные эффекты. В общем, мы знаем, что мухомор растет в лесу, что кто-то когда-то его пил, кто-то почему-то не умер, потому что мухомор или потому что он не умер, мы не знаем этой информации. Да? Поэтому я не говорю, что, знаете, мухомор не работает. Я говорю, у меня нет этой информации. Врачи здесь оказываются в заведомо проигрышной ситуации, потому что инфобизнесмены, алтайские шаманы и всякие прочие люди как раз-таки уверяют, что они знают, почему это произошло, и вот есть очень простой ответ. Ну вот, знаете, есть какой-то тонкий момент, что как бы на самом деле вот эта ситуация, когда пациент приходит и говорит, я пошел пить мухоморы, все-таки она, наверное, вот случается, но не так часто, я думаю, в официальной медицине пациент чаще всего ничего не скажет своему врачу и будет что-то делать втихаря. И вот это вот, наверное, самая опять опасная же, ситуация. Я обычно... Потому что говорят, вы представители другого говорят. Сектора медицинского. В том числе, кажется, наверное, потому секты. Что... А? Другой секты. Другой секты. Потому что, наверное, мы не делаем удивленные глаза и не начинаем как это... объяснять пациенту, что он сейчас очень сильно радикально неправ. Мы пытаемся ему помочь и говорим о том, что если это реальное решение, вы придите, и мы хотя бы отследим, реально это помогает вам, для того, чтобы если этот мухомор, растущий в лесу, не помог вам, мы успели бы воспользоваться теми лекарствами, которые действительно помогают, и у нас есть по этому поводу определенные большие исследования, мы про это точно знаем. Но именно потому, что большинство все-таки вот в государстве медицинонкологов, скорее всего, скажут, вы с ума сошли. Да, и вообще агрессивную реакцию выдадут. Да, с вашего позволения, прямо зачитаю типичную реакцию. Я ее вот сегодня утром обнаружила в там, некой свеженькой дискуссии в соцсети, в профильной врачебной группе онкологической. Значит, пишет доктор-онколог. Меня просто выводит из себя, когда слышу от онкобольных, а мне сказали, что вот то-то и то-то от рака помогает. На это я всегда говорю, слушайте только то, что сказал вам врач. Вот по вашему опыту такой радикальный призыв слушать, и совершенно понятно, что этот призыв из самых лучших побуждений. Насколько он действенен? То есть пациент после этого начинает немедленно слушать? Я думаю, что это зависит от конкретного пациента, это зависит от его психотипа, это зависит от, вообще от базовых каких-то вещей, с теми, с которыми он пришел. Я более того скажу, что есть пациенты, например, которые хотят такой коммуникации, и они абсолютно не готовы, например, почему рекомендуют спросить пациента, насколько глубоко он хочет вообще, насколько глубокую информацию о своей болезни он хочет получить. Потому что есть группа пациентов, которые говорят, я хочу, чтобы вот вы принимали относительно этого решения. Вот вы скажете пойти вот сюда, я пойду, вот сюда, я пойду. Как быть в такой ситуации? Конечно, тогда реализуется та самая история, про которую говорит доктор. Да, тогда ты на себя берешь эту ответственность и говоришь, да, хорошо, в этой ситуации нужно пойти вот сюда и вот сюда. Такая ситуация тоже может быть. Для некоторых пациентов так надо, для кого-то нужна более открытая информация, это зависит от психотипа. В этом и есть, наверное, вся сложность коммуникации. У нас нет одного человека с одним психотипом, одного врача, у него тоже есть какой-то психотип, это тоже надо понимать. И определенная какая-то ситуация, атмосфера работы. Соответственно, в зависимости от того, с каким запросом к тебе приходит пациент, ты с ним работаешь. Есть люди, которые прямо говорят, я ничего про это знать не хочу.
Все, вот вы мне скажете направо, налево, к Пете, я к Пете пойду, все, я даже искать ничего не буду. И они реально ничего не ищут, не читают, вот все, да, как бы есть полное доверие. Есть люди, которые сходят на 5 консультаций, да, и примут там вообще 6-е решение, переработав всю информацию и уедут на Байкал, например. Может быть такая ситуация? Может быть такая ситуация. Поэтому мне кажется, что радикализм, он ни к чему хорошему не приводит ни для врача, ни для пациента. Вот, что здесь надо работать в зависимости от того, с кем ты сейчас конкретно пытаешься эту ситуацию решить. Вы такие нетривиальные вещи говорите. Вот вы в шутку сказали, что не похожи на других врачей-онкологов. Я смотрю, Ольга Сергеевна тоже в этом смысле не вполне похожа, потому что, опять же, типичная ситуация коммуникации между врачом-онкологом и пациентом – это существенно более требовательная, радикальная ситуация. И ну, здесь, с одной стороны, понятно, какие условия текущие, простите за тавтологию, обуславливают это, да? Ну, там, врач под большим прессом обстоятельств и самой системы находится, а с другой стороны, нет традиции такого рода взаимоотношений с пациентом. Вот знаете, я на англоязычной платформе для онкологических пациентов обнаружила такую статью, называется «15 вещей, которые ваш онколог хотел бы, чтобы вы знали». И среди совершенно очевидных рекомендаций, пожалуйста, запишите заранее все вопросы, с которыми вы идете, возьмите там блокнот или компьютер для записи, возьмите с собой еще одни уши какого-то второго человека, который будет вас сопровождать. Была, например, такая рекомендация. Расскажите вашему врачу, какие у вас жизненные задачи и пожелания. Вот насколько, на ваш взгляд, это в традициях российской онкологии интересоваться у пациента его жизненными задачами? И как эти жизненные задачи потенциально могут влиять на те решения, которые принимает пациент? Конечно, это не в российской традиции. И я хочу сказать, что пациент очень сильно удивляется, когда ты их спрашиваешь, и говорит, а что вы вообще делаете? Там, он совершенно не готов к этому вопросу, даже ну, пауза возникает. Вот, да, как строится ваш обычный день? Там, а сколько у вас внуков, а что вы с ними делаете, там, или детей, там, да, что вот, какая у вас активность в течение дня, вот расскажите, пожалуйста, там, как проходит ваш обычный день, что вот сегодня делали, да, они, конечно, в шоке. Но я хочу сказать, что даже врачи, которые обучаются коммуникации специально, да, вот, например, я вот такой вопрос, а какие у вас жизненные цели и задачи, даже для меня, я скажу честно, мне задать жутко трудно. То есть это сама вот формулировка немножко такая, да, но калькирование. Да, но ты понимаешь, что этот вопрос, он неуместен у нас для пациента, они вообще в шоке от этого вопроса, да. И мы все-таки выросшие в нашей культуре врачебной, мы же не с Марса упали сюда, да, то есть мы все выросли в наших реалиях, да, и для меня тоже это очень сложно вопрос этот задать, но... Значит, обычно в реальной жизни ты на него выходишь через «а вот баню можно?», да? Угу. Вот это все. Вот дальше «а вот на юг?», «а алкоголь можно?». Да, и вот, ну, ты как бы, да, то есть... «А на море?», «а химзавивку?». Да, ну, вот. И там так очень через много. Через это можно выйти на более крупные вещи, но до сих пор спрашивать о каких-то глобальных планах и жизненных целях, конечно, не принято. И даже для тех людей, которые вроде как стараются себя изменить и учатся специально. А зачем о них спрашивать? Вы знаете, мне кажется, что это очень важный вопрос, по крайней мере, вот в моей работе. Почему? Потому что мы видим молодых женщин с этим диагнозом, и, собственно говоря, есть очень важный вопрос, это репродуктивная функция. Да? И здесь очень важно до начала лечения поинтересоваться у женщины, а планирует ли она, да, вообще реализовывать эту репродуктивную функцию. Потому что здесь возникает очень много сразу вот лежащих рядом вопросов, да, и очень страшно, когда об этом с ней никто не поговорил, у нее такие задачи были, и дальше мы сообщаем, что, вы знаете, да, к сожалению, да, может быть, такая ситуация, не получится, да, не получится вот реализовать эту репродуктивную функцию. Сейчас очень много технологий, которые позволяют сохранять репродуктивную функцию, да, и это очень важно, мне кажется, вот с пациентками с диагнозом рак молочной железы, вообще с молодыми женщинами, с любым онкологическим диагнозом, это важная часть коммуникации. Если мы не говорим о таких, ну, действительно глобальных жизненных задачах, вот, например, вопрос реконструкции молочной железы. Насколько имеет смысл целесообразно обсуждать это с пациенткой в контексте ее жизненных задач?
Я могу сказать, что это, во-первых, я бесконечно счастлива, что сейчас у хирургов есть эта возможность. Мне кажется, это меняет радикально, в том числе, отношение женщины вообще к диагнозу рак молочной железы. Большая часть моих пациенток, когда я сообщаю ей диагноз или говорю о том, что есть вероятность, что это будет вот такой диагноз, она не спрашивает меня чаще всего, будет ли она жить. Более того, она не спрашивает, будет ли она рожать когда-то детей. Первый ее вопрос, она говорит, мне что, отрежут молочную железу? И здесь очень важно сказать, иногда даже показать. У меня есть прям набор фотографий с абсолютно разные, да, реконструктивные истории, от полной мастэктомии до восстановления железы, какие-то онкопластические операции. Показать женщине, что качество ее жизни, потому что это качество ее жизни как женщины, никаким образом не пострадает, что на сегодняшний день в арсенале хирурга действительно есть очень много методик сохранения эстетической части жизни, да, которая, собственно говоря, создает это качество жизни. Поэтому чаще всего это не то, что вопрос «а надо ли?», это просто первый вопрос женщины, и ты сразу с ним сталкиваешься и объясняешь ей, что эта часть на сегодняшний момент под контролем, она восполнима, что все будет хорошо, что качество вашей жизни не пострадает. Это очень важно. Как понять, что можно говорить, а что нет? Вот я слушаю вас и думаю, какой огромный пласт табуированной информации совершенно погребен. Вот, например, не дай бог никому, вот женщина с раком молочной железы, у нее есть супруг, который совершенно не понимает, как в этой ситуации себя вести. Вот ему куда бежать и где такую информацию получить? Ну, тут я, может, возьму вопрос. Это действительно очень большая тема, потому что тут не только касается родственников ближайших, например, супруг, это касается друзей. Да? Вот я вспоминаю, например, пару лет назад у нас умирала соседка на даче, и мама говорит, слушай, она умирает, но я не пойду к ней, потому что не знаю, что говорить. Да, что, о чем я буду с ней говорить? О чем вообще в такой ситуации с человеком говорить? Да? Я говорю, мам, ну, да просто надо прийти и, во-первых, быть рядом, а во-вторых, говорить о том, о чем хочет говорить вот она. Да? Вот. И вот это самое, наверное, основное правило – просто быть рядом, потому что тут даже не проговорить, а прослушать в первую очередь. Да? Вот. Это касается, кстати говоря, и мы врачи, да, у нас вот есть, скажем так, униформа, клиника и пациенты, да, но мы, что хорошо, что мы в своей собственной жизни тоже пациенты. Мы тоже есть определенный миф там у неврачей, да, что вот врачи, значит, у них вот есть какой-то свой мирок, где все работает идеально, да, а на самом деле такого мира нет. То есть мы все врачи и пациенты, мы все, значит, ухаживающие за своими родственниками. Да, там. У нас у всех есть в семье, если мы говорим сейчас про рак, у нас у всех есть в семье рак. Нет ни одного человека, я думаю, кроме круглого сироты и везунчика, да, у которого самого нету рака, и родственников нету, да, и семьи нету, вообще ничего никак нету, не и друзей нету. Вообще никак не столкнулся с онкологией, да, в этой жизни. Да, значит, вот такой вот в вакууме человек живущий, да, значит, который не сталкивается с онкологией. Мы все сталкиваемся с онкологией, 100%. Да, поэтому все, мы еще и врачи плюс, да, но мы еще и родственники, мы еще сами, не исключено, что столкнемся, очень многие сталкиваются, и ухаживающие. Там я еле удержалась, чтобы, да, не поплевать через левое плечо, честно говоря. Вот. Да нет, а что плевать, это реальность. Mm-hmm. Да? Вот, я вот недавно тут погружался в причины, так сказать, смертности в Америке, да, там, и их три. Это, значит, сердечно-сосудистые заболевания, это рак и это сами врачи, которые убивают людей на третьем месте, ну, медицинские ошибки, медицинские, да, после ошибки, рака, да, и сердечно-сосудистых заболеваний. Вот три наших призовых места. Четверть миллиона людей. То есть нас либо врач убьет, либо мы убьем от сердца, либо от рака. Да? Мы же это прекрасно понимаем. Это только в нашей стране, это, так сказать, уголовное преступление, да, во всем мире это система безопасности, работы, и обучения и так далее. Да? Но, тем не менее, от этого не перестает быть реальностью. Вот. И, соответственно, вот, да, в реальной жизни с этим же сталкиваемся абсолютно. И, конечно, значит, есть, конечно, табу, который просто нельзя, да, вот как правильно Ольга сказала, там, значит, держись, за что держаться? У тебя это есть, почему ты мне говоришь, что у меня будет все хорошо? Ты же знаешь, что может у меня не быть все хорошо на самом деле, это же вранье, да, это же неискренность. Вот, то есть быть рядом, в первую очередь, и говорить о том, что волнует этого человека, не бояться сказать «я не знаю», да, не бояться сказать, что я тоже растерян, да, что я тоже там плохо себя чувствую из-за этой ситуации. Да, и вот это самое главное. Просто быть искренне рядом. Вот все.
слова придут. Если не придут, ничего страшного, все равно быть рядом важнее. Что, на ваш взгляд, важно для повышения просвещенности нас в целом, как общество? Вот мы много говорим о необходимости коммуникации с конкретным человеком или с конкретной семьей, но в то же время есть некие традиции, как во врачебном сообществе, так и в целом среди людей, да, среди пациентов, которые обусловливают нашу готовность, например, или неготовность какие-то темы обсуждать и, там, скажем, оперативно идти к врачу своевременно и так далее, да, проходить раннюю диагностику. А что важно делать для повышения информированности, осведомленности сообщества в целом, общества в целом? Ну, мы можем делать только то, что мы можем делать. Во-первых, знать свои границы, как мы сегодня, значит, уже много, почти все об этом сказали. Да, как только появляется мессианство, вот я сейчас, значит, переверну мир палкой там или чем там надо переворачивать, да, вот рычагом, палкой, да, значит, вот все, на этом все заканчивается. Дальше ты знаешь, что самое лучшее, что самое правильное, ты начинаешь, да, точно. Нести свет. Да, мы знаем такие примеры, к сожалению. Вот. Каждый на своем месте может сделать, с одной стороны, может быть, не так много, но это всегда лучше, чем ничего. Да? Каждая консультация – это точка образования с пациентом. Вот я на каждой консультации проговариваю очень многие вещи. Отправляю тебе гайдлайн, вот в пятницу 3 штуки отправил, прошлую. Вот. Да, десятки, если не сотни, мы отправили, вот, когда мы гайдлайнов просим. Да. Просто конкретным людям по имейлу. Да. Да? Ну вот я сижу, у меня монитор, да, у меня есть его почта, у меня его ассистенты заносят в историю болезни. Да, для меня это реально... 3 секунды, да, но это меняет каждого из этих людей. Вот, рассказывать про скрининг, вот это то, что мы с Ольгой занимаемся постоянно, что все думают, скрининг, диспансеризация – это очень хорошо, а мы говорим, что да, там есть плюсы и минусы, но люди не в курсе, что бывают минусы, да, и не в курсе, насколько большие плюсы, да. Вот, а что-то мы там публикуем в соцсетях, но это волонтерская, кстати, работа, да, чтобы все понимали, что у меня доктор неделю не отвечает в Фейсбуке, что, да. Ну, вот это вот все. Да, то есть что-то мы по мере своих возможностей, да, больше своих возможностей не отведет к выгоранию, к тому, что вообще перестаешь это делать, да, то есть тут нужно очень четко знать свои возможности. Где-то мы даем какие-то интервью, какие-то материалы в прессе, что-то такое, но больше этого мы не можем, к сожалению, сделать. И на самом деле я хочу сказать, что да, с одной стороны, чем больше будет каналов, по которым будет эта информация выходить, приходить, тем лучше и регулярно, да, не в какой-то там день борьбы против рака, а вообще там вот распределенная погода. Но на самом деле я вижу, как все очень меняется, несмотря на то, что да, в нашей культуре там одно было принято. Сейчас очень много появилось молодых пациенток, например, которые совершенно не собираются скрывать или опускать глаза или что-то такое про свой диагноз, как это раньше было, которые открыто про это говорят, как волонтеры как раз заводят там блоги свои, ведут почти профессиональные, не знаю, здесь блог по реконструкции, например, там пациентка разговаривает с врачами, с теми, кто прошел женщину реконструкцию, и это достаточно посещаемый блог, и там куча информации, да, и просто я хочу сказать, что общество меняется, и люди гораздо больше готовы про это открыто говорить, в том числе пациентки, в большей степени молодые, и это будет меняться. Просто постепенно, ну, как бы дорогу осилит идущий. Врачи об этом... Мне кажется, что и в врачебной среде тоже все меняется постепенно, потому что про это больше говорят, и про коммуникацию, и, ну, все это уже совсем не так мрачно выглядит, как некоторое время По назад. По крайней мере, мы надеемся на это. Нет, серьезно, меняется, угу. Мне кажется. А мне кажется, что мы должны открыть информацию, перестать преследовать врачей уголовно и открыть информацию про ошибки. Она должна быть абсолютно открытой в статистике. Пациент должен иметь эту информацию. И это тоже часть, на самом деле, страхов пациента, потому что он реально не имеет по этому поводу никакой информации. Он не понимает, как часто случаются эти ошибки, в каком учреждении сколько ошибок, он лишен этой информации, и его это пугает. Когда эта информация открыта, когда он понимает, что такая вероятность существует, когда есть некая действительно статистика, он понимает, какие виды осложнений могут с ним случиться, это тоже некий контроль ситуации, он к этому готов, да, то есть это, мне кажется, это очень важно, и это определенный уровень, такой индикатор определенного уровня развития общества, общества и медицины. В целом. Да. Говоря о коммуникации, о том, как важно, чтобы врачи были настроены на пациентов, предоставляли информацию, давали поддержку и так далее, будет совершенно несправедливым не упомянуть то выгорание, с которым сталкиваются врачи, в частности, врачи-онкологи.
Профессия врача, как любая социономическая профессия, то есть направленная людей, очень предрасполагает к выгоранию, к векарной травме, да, вот это вот постоянное соприкосновение с болью и страданием человеческим не проходит бесследно. У меня, наверное, вот под занавес нашего разговора, знаете, такой вопрос, вот что вы делаете для того, чтобы этого избежать или предотвратить, или побороть? Какие есть рекомендации нашим коллегам и зрителям? На самом деле здесь очень важно сказать, что есть разные... Это не то, что разный уровень вовлеченности. Да? Ну, то есть, когда я начинала, например, работать, я сопереживала пациенту ровно так же, как я это делаю сейчас, но тогда, когда я начинала работать и не умела с этим, да, справляться, были даже такие ситуации, когда плакал пациент и плакала вместе с ним я. И в какой-то момент, абсолютно случайным для меня образом, да, получилось так, что ко мне пришло осознание, что вот этот уровень энергии, который в тебе в этот момент возникает, когда человеку рядом с тобой плохо, его можно принять, пропустить через себя и пережить вместе с ним то же самое. Его можно принять, переработать определенным способом, опереться на него и дать человеку точку опоры. И на самом деле это приводит к тому, что как бы ты проживаешь эту ситуацию немножко другим способом. Ты не погружаешься в нее, в негативную историю, да, и, ну, как бы не становишься частью какого-то негативного сценария. А ты, принимая, к сожалению, негативную энергию от пациента, это может стать точкой опоры для того, чтобы дать ему обратную какую-то связь и помочь ему эмоционально, как бы, в этой ситуации освоиться, да, и понять, что все хорошо. То есть... Фактически вы говорите о том, что важно продолжать проявлять эмпатию, но при этом также важно не разрушаться, да, и сохранять, да, себя. Да. Что помогает? Вот для меня это какая что-то вот внутри меня, я просто как бы в моменте, когда я вижу, что человеку плохо, эта энергия проходит через меня каким-то другим способом, да, и становится для меня опорой, чтобы дать ему поддержку, вот так. То есть она не разрушает меня, я не принимаю ее, я не становлюсь частью вот этой разрушительной ситуации. Я не знаю, как это происходит, потому что на самом деле нас никто этому не учит. У нас нет никаких психологов для врачей, которые работают с тяжелыми пациентами. Да? Нас никто не учит с ними разговаривать, и в институте этой истории тоже нет. И как бы это безусловная проблема, и каждый... Мы же воспринимаем другую реальность из той реальности, которая есть в нашей голове. Да? Поэтому для того, чтобы как-то с этим взаимодействовать, ты должен сначала что-то внутри себя поменять. А вообще существует такая практика, скажем, на Западе, супервизии врача или там какой-то психологической поддержки внутри медучреждения? Валентовские группы существуют? Существуют. И у нас даже тоже. Сейчас, да? Я расскажу об этом. Да. 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 Прошу вас. Да, я, значит, тут хотел бы, может быть, построить вот эту свою часть на противопоставление. Это противопоставление совершенно катастрофическому посту Лиды Маниавы, которую я в целом люблю. Вот, директора «Дома с маяком», да, который был там пару месяцев назад, он вызвал там жуткое возмущение в нашей среде, да, когда было, да, профессионально, когда было написано, что хороший врач, точнее, там было написано «гениальный врач». Чем он отличается от хорошего? Значит, то, что он 24/7 на связи, то, что он дает всем свои сотовые телефоны, то, что он никогда не, там, значит, он всегда готов ответить на любой вопрос, да. Было противопоставление, значит, такому врачу, которого есть ассистенты, которые не дают свои телефоны, а пишут имейлы, которые, значит, вкладывают в свое образование. Там такое было противопоставление прям. Так вот, значит, надо делать ровно наоборот. Ровно наоборот, для того, чтобы не выгореть. Потому что вот это именно описание тяжелейшего выгорания. Да, человек должен быть врач. Это человек, да, полноценный, у которого есть свое личное время, когда ему никто не звонит и не пишет. Да, который может от этого отключаться, который может ездить в отпуск, у которого есть свои дела, да, который занимается спортом. Да, может быть, не спортом, но есть какое-то хобби отдельное. Да, вот когда вот это... Ты встречаешься с другим врачом, вы говорите только о пациентах и только о своей специальности, да, это один из признаков выгорания. Предпосылок, вот. Вместе с этим я знаю, что у нас существует, хоть и очень мало, да, но тем не менее существует практика работы с выгоранием. Вот я знаю то, что Алина Хайн делает в ФНКЦ, психолог такой известный, да, и она мне лично рассказывала о том, что они работают со своими докторами, чтобы этого не было. Ну, или, по крайней мере, говорят, что это нормально, когда это бывает, да, и какие есть способы работы с этим.
Вот, то есть это, прежде всего, это такая некая личная гигиена для профессиональной личной гигиены. Да? То есть у тебя должно быть что-то, кроме этого, ты должен уметь это разделять. На Западе, например, да, вот никто с утра до вечера там годами не работает, допустим, в стационаре. У нас вот есть поликлинический врач и стационар врач. Поликлинический всегда сидит на приеме, стационар всегда сидит в стационаре, да, все. Да, и они не перемешивают. Почему это плохо? Это плохо, потому что нужно разнообразие во всем, в том числе и в работе. Да? То есть нужны дни, когда ты занимаешься амбулаторными пациентами, нужны дни, когда ты в стационаре, нужны дни, когда ты занимаешься литературой, вообще не занимаешься пациентами. Да? Вот, и в разнообразии тоже борьба с выгоранием. Да, конечно, я говорю сейчас о каком-то мире, который там зачастую у нас не существует, но каждый человек, он же чувствует эти в себе, да? Когда ты не хочешь никого видеть, хочешь закончить и перестать это делать, да? Вот, когда ты начинаешь срываться на людей, ты все это понимаешь, да, и все-таки каждый, конечно, может сам по мере своих возможностей вникнуть в эту проблему и сам с собой поработать над тем, даже когда нет условий. Хотя то, что нет условий, это одна из основных причин, да, у нас медицинские управленцы не понимают, да, то есть люди, которые организовывают процессы, не понимают этой проблемы и ее влияния на пациентов. Говоря «нет условий», вы в первую очередь говорите о чем? Я говорю о той же ротации, о условиях работы, когда по 15-12 минут, о 70 пациентов в день, как у онкологов в диспансерах, да? Вот сейчас, например, что случилось? 20 минут на гинекологический прием. Ну, что случилось в городе Москве, первичный, допустим, сейчас, да? Значит, у нас, вы знаете все из прессы, да, что сейчас Москва вдруг решила внезапно в один день, что в частных клиниках пациенты в московские лечиться не будут, а будут лечиться в государственных. Пациентов этих, как мы понимаем, много, да? Ну, что с ними случилось? Они говорят, да, мы все сделаем. Сейчас они будут лечиться в наших больницах. В частных клиниках больше не будут. Мы гарантируем, что все будет хорошо. Но только они не в мэрию лечиться пришли. Они пришли лечиться в эти государственные больницы. И там у людей, у которых было там, по 50 человек на приеме, стало по 70 человек на приеме. Да, у врачей? Был. Конечно, да. Вот, и ну вот, да, это про создание условий в том числе. Это причем про создание условий и, опять же, про какой-то выбор. Это опять же отдельная тема. Это отдельная тема. Это, опять же, про вообще выбор человека и того, чего хочет конкретно этот человек. Но я соглашусь с Михаилом, что, безусловно, у врача должно быть свое личное время, и это ресурс для того, чтобы не выгореть. То есть это не попытка откреститься от ситуации, да, и сказать, что вот меня не интересует, что с вами. Это ресурс, чтобы восстановиться и в следующий раз дать человеку, собственно говоря, тот самый какой-то эмоциональную поддержку. Это очень важно. Интересно, отчасти даже парадоксальное получается обсуждение. Для того, чтобы быть максимально эмпатичным и оставаться в контакте с пациентом, выстраивать доверие, врачу важно время для себя. И важна вот эта вот диссоциация, отстраиваться от ситуации лечения, не быть на связи 24/7. Екатерина, вы упомянули, что проводите тренинги для врачей, например, совместно с равными консультантами. Ваши наблюдения, вот что способствует предотвращению выгорания врачей, какие инструменты помогают? Не, ну, по поводу врачей, я думаю, что уже как бы вот сказано было. По поводу равных то же самое, на самом деле. Но мы как раз учим их очень внимательно, учим тому, как они могут заметить у себя какие-то первые признаки выгорания. И если они заметили, то это именно выйти из ситуации, дать себе время свободное, не чувствовать, что... Ну, равный — это вообще волонтер же, да, то есть мы тут вообще не можем о нем говорить как-то. Это не... У него достаточно профессиональная работа, но он волонтер. И мы даем техники, прямо вот техники понять, что ты близок к выгоранию, и что в этом случае сделать? И плюс супервизия. Равные, получается, ну их просто меньше гораздо, чем... Они в гораздо более выгодных условиях, чем врачи находятся. Потому что это вопрос подготовки и вопрос каких-то условий, да, для них, чтобы они могли себя не загонять и разобрать какие-то сложные случаи, какие-то свои состояния с супервизором. Мне очень понравился тезис «себя не загонять». Мне кажется, это такой важный элемент психогигиены. И на коммуникацию с пациентом вот эта вот идея «себя не загонять» воздействует исключительно благотворным образом. Я вас очень благодарю за то, что вы пришли сегодня на передачу. Мне кажется, она получилась как-то душевно теплой и полезной. Спасибо вам большое, уважаемые слушатели и зрители, за то, что были с нами. Всегда рады. Приходите к нам еще.
Удачи вам, успехов и никакого выгорания.